Сегодня мы заехали на пляж в Нижней Хабзе, или, по-моему, Лесная еще станция называется этот пляж. Это считается как диким пляжем. Не были здесь, наверное, уже с полгода. И вот что заметили, как поразбивал мегашторм вот эти вот волнорезы. Какие они были большие, выложенные в море из камня большого. Мы ходили туда аж до конца, длинные они были. И сейчас осталась вот совсем небольшая полоска камней в море. Вот даже сбоку видно, как их не стало. Вот в начале, как лежат камни, какие крупные. А там прямо выемка. И так все волнорезы. У нас продолжают идти дожди. Можно сказать, там вот перерыв на один день был. Дождь и дождь. Вот река идет мутная. Обвалилась дорога. Раньше здесь на машинах можно было заезжать. Вот здесь под мостом. И туда вот так вот на пляж выезжать. Прямо на машинах и туда дальше. И вот что сейчас. Это уже видно, камни вот выгребали. Железная дорога вот насыпная. Тоже штормом смыло. Вот свежая насыпка из камней. Ну, здесь буны стояли и раньше. Но вон за бунами видно, что обваливалось. А вот так вот. Конечно, вот идет поезд. И я представляю, когда были эти шторма, как это все было страшно тут ездить. Когда волны бьют фактически в железную дорогу. Грязная вода идет скоро. Глину несет. Ну да, волнорезы наполовину уменьшились и в высоту. Вдалеке вот тоже много волнорезов. И видно тоже, что каждый пострадал. Сейчас туда дальше подойдем, но он фактически разрушенные волнорезы эти. Камни поснесло в море. И что заметили, здесь же был широкий пляж тоже большой. А сейчас вот фактически волны до бетонки добивают. Здесь намыто чуть-чуть по углам, а пляж прямо исчез. А был очень широкий, буквально в прошлом году, да еще осенью он как-то был. Не знаю, может, прилив сейчас. Вот дальше прошли, вот этот более-менее целый. Ну вот, в конце нет камня. А вон дальше прям очень сильно разбитые. Вон фактически по половине смыло штормом. Да, конечно, эти шторма попортили все побережье. Разбито все, можно сказать. Вот так промыт берег, где было насыпано. Сколько валяется бревен, мусора. Это море все штормами выбросило. Вот такие огромные камни. И как это, какая сила, какая мощь у воды, что такие валуны таких огромных размеров разметала, можно сказать. Эти камни здоровые, как разметало, на каком расстоянии лежат. И везде-везде куча битых раковин. Ну, моллюски я имею в виду. Вот кто-то положил. А по берегу их миллионы. Тут все вот засыпано вот этими битыми ракушками. И целые попадаются. Ну, в основном все покрошенная, с
сколько много выбрасывала. Берег просто усеян раковинами. О, это даже как ее, маклюра с моря вынесла. Где-то оторвала. Лечебный фрукт. Настойки делают. И везде, везде ракушки. Вот собрали тут чуть-чуть. Есть и целые красивые, а в основном вот так вот битыми все засыпано. А вот что делается возле опорки. Вот куда выбрасывала этих моллюсков и разбивала. Тут все ими засыпано раковинами. Это вот кто делает поделки, туристам продают. О, сейчас собирать, сколько их тут. И битые, и целые. Ой, куча просто. И вот какие размером камни. Вы представляете, сколько это тонн весит один камень? Это из которых сделаны волнорезы. Это я вот сейчас стою рядом. То есть один камень выше меня. Там я не знаю, сколько он тонн весом, один камень. Вот с таких камней навалены волнорезы. И вот так вот их море вот там вот разбило. Вот на пляже остались. Они просто огромные. Это вообще что-то. Вот такие скалы навалены. Вот он вид сверху на камнях. На берегу лежат, а там, можно сказать, почти нет. Да, завалы здесь мусорные. Ой-ой-ой. Летом чистить сколько. Ой, ну там вообще... Вот, фактически нет, фактически разрушенные следующие два. Они почти из воды не выступают. Вот это сила была. Этот еще более-менее. Там тоже почти не осталось. Вот так обвалился вход, въезд точнее, на этот пляж. Здесь можно было ездить на машине, но теперь вот все. Обвалились эти плиты. А это уже камнями, наверное, их присыпали вот с черными, свежими, чтобы дальше не рушилось. Устанавливают новые ларьки здесь. Заасфальтировали дорогу. Река какая полная поднялась. А здесь, по-моему, разровняли, сняли. Тут раньше стоял забор. Это, скорее всего, будет платная стоянка. Это уже к лету готовится. Красивая река.